Всем привет! В сегодняшнем видео хотим показать вам трикотаж, детский интерлок и кулирка, из которого получаются прекрасные мягкие маечки и кофточки и пижама. И это самый популярный трикотаж в летнем сезоне. Когда наступает уже жара, то все бегут именно за кулиркой или за интерлоком. У нас есть принтованные варианты, вот такие. Рассмотрим их потом поближе. И однотонны. Кулирка также очень часто используется как подкладка в спортивные костюмы или подкладка в капюшон или в карманы. В нашем магазине вы можете купить кулирку любым метражом. Ткани у нас в основном производство Турция. Очень хороший производитель, качественные ткани. Не просвечивают практически, нужно смотреть по принтам, по оттенку. Если светлые оттенки, то, возможно, может еще просвечивать, а если что-то темное, то будет хорошо носиться, не просвечивать. Очень красивые принты, они подходят и для детей, и для взрослых. Можно шить пижамки или футболочки. У нас большой выбор однотонных вариантов. Их можно использовать на полностью готовые изделия отдельное или же в подкладку, в капюшон для спортивных костюмов. Есть вот такая очень модная полосочка. Она располагается вертикально и прекрасно будет для маечек-матросок. Утро-двухниточка, из нее тоже можно шить пижамки или костюмчики летние. Прекрасная ткань, она имеет вот такие петельки с изнаночной стороны. В ней будет достаточно комфортно и тепло. Вот есть такой интерлок. Очень красивый принт. Интересный. Полюбился нашим клиентам. Это все Турция. Здесь хлопок 100% в составе. Из двух ниточки. Также вот есть очень красивый вот этот принт. Яркий вот этот вкусный с фруктами. Можно шить также взрослым. Еще вот такой принт. Космический. Это тоже футро двухнитка. Все эти ткани отлично подойдут для детской одежды. Они мягкие и гипоаллергенные в составе с хлопком. И очень хорошее качество. Производство Турция. Вот такая мягкая кулирка с далматинцами у нас есть в наличии. Тут персиковый больше фон. На видео, к сожалению, не совсем передается. Очень красивая и мягкая кулирочка. Она хорошо тянется, как в ширину, так и в длину. Вот такие вот красивые далматинцы. По ссылочке в описании вы сможете перейти в наш каталог на сайте и заказать их для вашего малыша или для себя. Очень большой выбор кулирки, интерлока, детского трикотажа.